все буквы нашего языка составляют алфавит или азбуку. В алфавите буквы стоят друг за другом в определенном порядке. Каждая буква имеет свое название. Нажми на кнопку «Старт» и послушай алфавит. Нажми на каждую букву и послушай, как она называется. Гласная буква «А» обозначает гласный звук «А». «Аист». Согласная буква «Б» обозначает твердый согласный звук «Б» – «бочка». И мягкий согласный звук «Б» – «белка». Согласная буква «В» обозначает твердый согласный звук «В» – «волк». И мягкий согласный звук «В» – «вишня». Согласная буква «Г» обозначает твердый согласный звук «Г» – «гусь». И мягкий согласный звук «Г» – «гиря». Согласная буква «Д» обозначает твердый согласный звук «Д» – «домик». И мягкий согласный звук «Д» – «дятел». Гласная буква «Е» обозначает гласный звук «Э» – «белка» или сочетание звуков «Е» – «ель». Гласная буква «Ё» обозначает гласный звук «О» – «мёд» или сочетание звуков «Ё» – «ёрш». Согласная буква «Ж» обозначает твердый согласный звук «Ж» – «жук». Согласная буква «З» обозначает твердый согласный звук «З» – «заяц». И мягкий согласный звук «З» – «зебра». Гласная буква «И» обозначает гласный звук «и» – «индюк».